«Не жди перемен, твори перемены» – с таким девизом активисты нового движения Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ» вышли на свой первый официальный сбор. Ребята провели субботник в рамках проекта «Генеральная уборка». Мы сейчас собираемся организовать уже наконец всю эту структуру, потому что мы довольно-таки новая организация в рамках Народного фронта. Вот. И, соответственно, мы разрабатываем такие направления, как работа с молодежью по направлениям Народного фронта, то есть это народный контроль, карта свалок и прочие проекты. Кроме участия в уже известных проектах, ребята планируют создавать свои. Молодые люди уверены, объединив усилия, они легко смогут сделать что-то глобальное, полезное и, несомненно, важное. И пусть стартовые мероприятия, на первый взгляд, способны изменить совсем немного, но все знают, большой путь начинается с маленьких шагов. На мой взгляд, молодежке очень много интересных и нужных для города, для народа проектов, благодаря которому мы... Вот хотя бы таким образом улучшаем наш город. Мы даем пример, показываем пример. И людям, которые тут мусорят, и просто молодежи. Активистов уже набралось немало. Эти ребята готовы действовать прямо сейчас, разработать проект, решить проблему. У многих за плечами большой опыт работы волонтерами и организаторами различных акций. У каждого своя сильная сторона. Я больше направлена на социальную, то есть помощь, и чаще всего вот больше добровольческая, волонтерская деятельность, как-то развитие ее в Ивановской области и городе Иваново. Но у нас также есть ребята, которые занимаются экологией, как бы вот, например, сейчас субботником мы занимаемся, а которые направлены больше на помощь в трудоустройстве ребятам, кто-то в научной деятельности. Все очень разные, и надеемся, что мы все воплотимся во что-то большое, целое, крупное. К субботнику молодые люди постарались привлечь и местных жителей, развесили по всему району информационные объявления. Однако никто не присоединился. Ребята справились своими силами, а в процессе даже нашли кое-что необычное. Совсем недавно в этой куче мусора я нашел, наверное, очень редкий артефакт. Для кого-то даже очень большая память. Это медаль с юбилеем Ханевину Александру Павловичу, с поздравлениями. И, ну, хотелось бы на самом деле найти владельца этой медали, вручить ему лично или отдать его родственникам, потому что это все-таки память. К слову, присоединиться к молодежке может любой желающий от 18 до 35 лет. Ни место учебы, ни род занятий роли не играют. В молодежке есть студенты вузов и колледжей, молодые работники культуры, преподаватели и юристы. Здесь не важно, кто ты и в каких организациях состоишь. В молодежке главное – новые идеи и желание что-то менять. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.